Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от «Единой России» возложили цветы к мемориалу «Живые камни памяти и славы» в деревне Салманово. Партийцы почтили память жителей населенного пункта, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 10 местных жителей не вернулись с войны, из них 8 погибли во время обороны столицы. Мемориал был открыт в Салманово в 2017 году по инициативе депутата окружного совета Вячеслава Киреева при поддержке главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии Андрея Иванова.